Добрый день, это программа Парадокс. Я ведущий Степан Димур. Телефон студии 6510996, код города 495. Звоните, задавайте вопросы. В гостях у нас сегодня Никита Кричевский, маэстро-профессоры, председатель экспертного совета опоры России. Никита уже ржет. Степан, ну... Поговорим мы... Аккуратнее, аккуратнее. Да, да, смеется. Соблюдайте приличие. Не всегда получается. Работать. Ну, не получается. Видите, тема... видите программу, видите? Хорошо, хорошо, спасибо, Никита. Представьте, что, дайте мне сказать, здравствуйте, господа. А дамы? И дамы, конечно. Что, массаджинист, что ли? <laughs> Жена ненавидит. <laughs> ну, тема нашей сегодняшней программы — это миф о Центральном банке России. Ну, прежде чем, скажем так, начать о мифах о Центральном банке России, хотелось бы сразу развеять один миф вообще о системе центральных банков. Ну, тут надо иметь в виду две вещи. Первое — это фразу, которую приписывают э, мэру Ротшильду, основателю династии, который сказал, что он, дайте мне печатать деньги страны, и меня не волнует, кто пишет законы. И еще такая интересная цитатка из газеты Times of London, которая, это Ротшильдская газетка. Так вот, когда Абрахам Линкольн во время гражданской войны начал самостоятельно печатать гринбаксы, так называемые доллары, в этой газетке написали, если эта пагубная политика, которая исходит из Североамериканской республики, окрепнет и станет реальностью, то правительство будет получать свои деньги без всяких затрат. Оно заплатит долги, не беря в долг. У него будут деньги, необходимые для торговли. Страна станет процветающей, явив прецедент в истории цивилизованных правительств мира. Мозги и богатства всех стран потекут в Северную Америку. Это правительство должно быть уничтожено. Ну, разумеется, Линкольн был застрелен. Это, скажем так, о центральных банках в целом. Но теперь о Центральном банке России. Мифы. Тут был цирк с назначением главы Центрального банка. Вот. И потом этот цирк продолжался дальше по поводу того, какая политика должна быть у нашего Центрального банка, должен ли он стимулировать экономику и вообще чем он должен заниматься. И вот Никита написал очень много умных мыслей по этому поводу. Вот хотелось бы с тобой обсудить. Хотелось бы обсуждать. Хорошо. Начнем с чего? Начнем с назначения Эльвиры Набиулиной. Кого она устроила, кого она не устроила. Или она устроила всех? Я думаю, она устроила всех. Она устроила праволиберальное крыло. Ну, это весьма условное название под этим мемом. Как мне представляется, скрываются коррупционные, настроенные, псевдонаучные специалисты в области экономической теории и практики. Оно устроило, конечно, а и... Кто а кто так представителя можно назвать? Оно устроило, я закончу миссию, а, извините, оно устроило а, тех, кто а, стремится к большему дирижизму в экономике, поскольку госпожа Набиулина многие годы работала на а, крупных, если не сказать, высших государственных постах. Она была много лет министром финансов, после этого помощником президента. Ну и, конечно, оно устроило администрацию и, как я понимаю, самого президента. Не говоря уже о государственной думе, потому что а, во время а, предварительных встреч и консультаций с госпожой Набиуллиной а, раздали всем сестрам поселькам. А кто эти сестры? Вот представителей? Можете их назвать? А, с одной стороны коммунисты, с другой стороны а, те самые а, праволиберальные коррупционеры, о которых я уже говорил которые чтобы вы понимали я отвечаю на ваш вопрос который вы вставили во время эти рады чтобы мы с вами понимали наши слушатели понимали ни одно практическое решение в современной экономике будь то российской или зарубежной неважно не принимается без соответствующего теоретического обоснования недостаточно иметь друзей центра влияния например в правоохранительных органах или в крупном олигархическом бизнесе обязательно требуется некое экспертное мнение, угу. которое как тот закон, что, что дышло. И поэтому различные группы влияния пестуют, развивают нужные, необходимые им экспертные центры которые в зависимости от э, важности того или иного рассматриваемого вопроса, а это, как правило, не один десяток миллиард, миллиардов рублей, а то и долларов, высказывают то мнение, которое нужно э, тем, угу. кто их содержит. А тут уже можно говорить э, об экспертной группе при Минфине, о высшей школе экономики, об Академии народного хозяйства и так далее, и тому подобное. При этом мы с вами понимаем, э, и для нас это является нонсенсом, э, что все эти так называемые эксперты получают финансирование преимущественно из бюджета. Mm -hmm. И... Будь то внутри страны, будь то за ее пределами, как, например, на форуме в Давосе. Не упускает случая для того, чтобы э, обгадить свою же страну, то есть плюнуть в руку дающего. Ну, у нас же есть закон против НКО. У вас есть закон против НКО, да. И что? Ничего, они же финансируются не только отсюда. Высшая школа экономики финансируется из бюджета, поскольку это государственное учреждение, плюс оно получает сотни миллионов рублей в виде грантов от того же Минэкономики и региональных администраций. Ну, в качестве примера, чтобы мы понимали. Сегодня в недрах вышки разрабатывается концепция развития Самарской области. Ориентировочная стоимость этого труда, вне всякого сомнения призванного оказать а, самое позитивное воздействие на опережающий экономический рост в этом регионе составляет а, на секундочку 600 миллионов рублей не маленькая сумма да. для профессуры а, а то что а, касается а, например а, КДВ концепта э, долгосрочного 8. развития долгосрочного развития 2020 -20, 20, 20, 20, 20, да угу. 1 миллиард 540 миллионов насколько я знаю ну там такой фолиант еще красивый в обложке а, может обложка дорогая 800 страниц да Согласен. Ну кто а, хорошо а, разбирается в математике, кто с ней дружит, тот может разделить полтора миллиарда на 800 страниц. Он тут же поймет, сколько стоила страница этого бессмертного труда, который, как я понимаю, оказался уже оказался в виртуальной корзине. А может быть, даже и в реальной. Но и это все равно Не пол... напрягайтесь, ведь программу, Степан. Не, я просто я попытался почитать, это время стоит дороже, чем у Пономарева или нет. А у Пономарева время, а тут страница. Ну, занимает же некоторое время написать ну, страницу. Ну, грубо говоря, одна страница а, 2 миллиона рублей. Ну, если хорошо, быстро Вставляете, печатать. страничку написал, 2 миллиона. Еще, и еще 2 миллиона. Здорово. Ну Черт, Чем я... мы с вами занимаемся, Тимура? Не в том бизнесе. Заканчивайте эфир, пошли печатать. Не, но для этого нужно же иметь связи. Дело нажимное Ну, за все зависит от характера. Хорошо, давайте начнем. С 200 тысяч будем демпинговать А, как ЛДПР с запросами, да? Ну, если серьезно, ну вот... Я не экономист, да, вот не я таким образованием, очень серьезным. У меня вот сюда возникает вопрос, когда люди начинают говорить и читать как мантру. Борьба с инфляцией, борьба с инфляцией, и потом еще ругаться, инфляция будет 6,75 или 6,85 процента. Это вот к чему все это, от какого центра идет из этих? Степан, во-первых, не прибедняйтесь, вы закончили МФТИ, насколько я знаю. Ну, был дел. А Фистех это знак качества с еще Тогда советских был. времен. А что касается а, от того, откуда ветер дует, ну мы же с вами должны понимать, что чиновничество, что в России, что во всем мире, это а, каста весьма скудаунная, а, которая работает по большей части на публику. И, ну и на себя. Ну, на себя, безусловно. Безусловно. А мы говорим о внешних эффектах, о положительных отрицательных экстерналиях. И поэтому, когда они нам а, вешают лапшу на уши о показателях инфляции, мы должны понимать, что это, это именно для наших ушей в виде лапши. А это ничего общего не имеет а, с той картиной, которая а, будет а, по итогам года. Ну, достаточно вспомнить 2008 год, а в 2008 году, я очень хорошо помню, прогноз по инфляции был пересмотрен в течение года шесть раз. Прогноз по а, росту ВВП четыре раза. Причем а, поразительным был последний прогноз 2008 года из уст господина Клепча. Инфляция будет а, чуть больше 13%. Чуть больше? Чуть больше. Ну вот такой был прогноз. Точный, исключительно в десятку в яблочках. Чуть больше 13%. 13,3% для слушателей. Не, ну это понятно. Я, имел, я, когда мой вопрос был несколько быном а, о том, что вот приходят ко мне гости из разных, как вы говорите, лагерей или групп влияния, или аналитических центров, называйте как хотите, и у каждого свое мнение по тому, что делать, должен делать центробанк. Я вот не могу понять, а вообще наш центробанк что-нибудь может сделать с экономикой? Ведь ничего. Ну опустит он ставку до нуля, поднимет он ставку до 20%. процентов. Экономика этого будет не холодно, не жарко. Это не входит в задачу Центробанка в, в мандат на данный а, момент. Не только в России, но и во всем мире. Это ну почему В ФРС а, там что четко прописано безработица. А, второе, это а, кенсианство. Это кенсианство, которое а, сегодня осталось а, только на бумаге. На практике ФРС не борется с безработицей, потому что в, во времена Кейнса считалось, что если вы а, увеличите финансирование определенного сектора, где существуют некие проблемы, то вы, а, а повысите инвестиционную активность, и, б, а, создав новые рабочие места, дополнительные рабочие места, уменьшите, уменьшите, уменьшите безработицу. Это было в 30-40-е, да что там в 50-е годы. Уже с 70-х годов все несколько иначе. Хорошо, а у нас тогда для чего нужен Центробанк? Есть э, федеральный закон в Центральном банке. Зак... Никита, должен вас прерывать. Мы должны уйти на вас на перерыв. Добрый день, в эфире программа Парадокс. У нас в гостях Никита Кричевский, профессор, председатель экспертного совета опоры России. Говорим мы о Центральном банке России, о тех мифах, которых которые существуют вокруг этого замечательного учреждения. Ну, прежде чем мы продолжим беседу, у нас телефонный звонок, давайте возьмем. Максим, добрый день. А, Степан, добрый день еще раз. А, вопрос к вашему гостю, чуть-чуть как бы в сторону от темы российского Центробанка. А, как, уважаемый гость ваш, видит работу белорусского Центробанка? И нас скажем так в сравнении с российским центробанком эффективность белорусского учреждения там более эффективно менее эффективно поддерживает насколько внутреннее производство республики беларусь насколько в соотношении с российскими потугами так сказать центробанка ну и вот в этой теме Пожалуйста, вопрос с гостю, Никита. Спасибо большое, ваш уважаемый гость, Максим. А, работу Белорусского центробанка не видит вовсе. Не потому что а, подслеповат, а потому что специально не занимался этим вопросом. А, да что там, с таким же успехом можно позвонить, спросить, а как вы оцениваете работу, например, Центробанка Киргизии или Казахстана? Таджикистан тоже ничего. А, проще говоря, а, давайте разбираться с теми проблемами, задачами, целями, средствами, которые стоят сегодня перед э, Центробанком Российским, перед финансовой системой нашей страны. А, а что касается Беларуси, я думаю, там свои экономисты есть. Я придерживаюсь такого же мнения. Дак, Никит, все-таки да. вот, давайте перечислять да. те высказывания, предложения, которые были сделаны вокруг этой очень интересной темы политика Центробанка. А банковское сообщество в лице господина Тусуняна заявляет так. о том, что, ребята, снизьте ставку, мы накинем там 3% и будем кредитовать ставка ЦБ плюс 3%. А президент требует того же, по-моему, от Сбербанка. Сбербанк говорит то же самое, дано ставку снизьте, скажем, ну хорошо, снизит Центробанк ставку, скажем, до 3%. Сейчас сколько? 8,25 снижают ну, до 3%. И что становится с экономикой? Экономика должна начать расти так прям как вот экспоненциально или нет? Я первый приду на Финам ФМ на свою, возможно, самую любимую радиостанцию и скажу, господа хорошие, смотрите, у нас инфляция по... в годовом исчислении на середину мая 7,2%. В годовом исчислении. Центробанк устанавливает ставку 3%. При этом важное дополнение. Он начинает кредитовать коммерческие банки под 3%. Я первый приду и скажу, что Центробанк торгует деньгами нам всем в убыток. Потому что инфляция 7, а деньги выходят под 3%. То есть 4% это уже отрицательная доходность. Реальная это, доходность, да. Это никому не нужно. Это никому не интересно. Почему наша финансовая система должна работать себе в будет... себе? То есть фактически мы будем оплачивать а, то, что граждане-банкиры будут получать и кладя в карман. А, в отношении а, многочисленных высказываний о необходимости снижения ставки рефинансирования, ставка рефинансирования в Российской Федерации на объем, а, также на плату за кредитные ресурсы не влияет никак, никак. Ну. Весьма и весьма косвенно давайте уж оставим какой-то небольшой лак. А, почему? Потому что Центробанк под ставку рефинансирования а, долгосрочный кредит, это даже среднесрочный кредит, не выдает. Он выдает по ставке а, 8.25 кредиты овернайт, то есть кредиты, однодневные кредиты коммерческим банкам. А, кроме этого, существует масса операций, по которым а, ставка... Центробанка существенно меньше. Например, операция репо, uh -huh. то есть залог ценных бумаг с, с обязательством обратного выкупа, а, ломбарные аукционы а, и прочие операции, технические операции, которые осуществляет Центробанк и коммерческие банки. На что еще влияет а, уровень ставки рефинансирования? На налогообложение. Uh -huh. а, например, на налогообложение при... А, например, получение вами дохода от депозита 8,25 плюс 5 процентных пунктов, то есть выше 13,25 на сегодняшний день. Ну, а также на а, некоторые а, пени штраф, которые рассчитываются исходя из положения налогового кодекса. А, велика или нет эта ставка? Ну, да, наверное, она слегка, слегка а, поддута. С одной стороны у нас все-таки инфляция, а монетарные Причины инфляции, без сомнения, присутствуют. Достаточно вспомнить рост потребительских цен в этом году. Но при этом мы понимаем, что основной вклад в инфляцию все-таки вносит тарифы. тем не менее, монетарные факторы тоже присутствуют. Они есть. Они есть. Давайте сначала с тарифами. А насколько Центробанк у нас нагоняет денежную массу в год? Там дикие проценты? Нет, нет, там не дикие проценты, там, насколько я помню. 37% за два года. 37%? Плюс 37, да. Не 60% за два года. Могу ошибаться. Либо 37, либо 74. Слушай, Никита, а у меня вопрос-то. А, а если денежная масса растет с такой скоростью, какая должна быть инфляция? Ну, это. А расхожий а, либеральный штамп, им активно пользовались все прошлые годы монетаристы, а, а также последователи а, крайне правого а, либерала, а, человека, как мне представляется, не от российского мира, а, почившего в Бузе господина Гайдара, а, который полагал, что если мы будем регулировать, в том числе а, за счет сжатия а, денежного предложения, то всем будет от этого только хорошо. Практика показала, что а, денежные предложения, не кредитные предложения, а денежные предложения а, на а, величину инфляции оказывает весьма и весьма косвенное влияние. Практически Этот не. Экономит. У нас или во всему миру? Везде. Везде. Причины, а, Мы... механика этого дела, везде разная. Если взять, например, Америку, ну давайте, а, да, давайте вкратце разберем. Да, господин Гринспинг на протяжении Uh, первых лет нового тысячелетия активно, упорно, упрямо снижал ставку рефинансирования, тем не менее инфляция не увеличивалась. Почему? Uh, причин много, но основная мне видится в том, что uh, мир живет в условиях глобализации. И если взять, uh, например, баланс uh, внешнеторговых отношений uh, США и Китая, то получится, что в 2009 году экспорт из США в Китай – составила приблизительно 90 миллиардов долларов, а экспорт из Китая в США, то есть импорт из Китая в Соединенные Штаты Америки 296. Ты 296. знаешь, 296. я этот аргумент то видел. Только, но... за год, только за год минус 200. Что это значит? Это значит, что на развитые рынки поступает продукция с незначительными затратами. Там, понимаешь, там есть этот аргумент, я с ним знаком, но там есть более интересный аргумент. Ты никогда не задумывался, что на самом деле, когда экономисты говорят о связи между накачкой Центробанком и инфляцией, они, скажем так, почему-то упускают из внимания тот простой факт, что в тех же США методы исчисления инфляции постоянно изменяются. Вот если взять те методы, которые пользовались США до 90-го года, и пересчитать инфляцию, то получается, что она у них сейчас на уровне 7-8%. Что в принципе, в принципе, с лагом в 6 месяцев примерно бьется плюс-минус 2-3%, рост или сокращение, ну сокращения еще не было, агрегат М2. Степан, подобные упражнения свойственны не только американцам, но и Российской Федерации. Да что там, к таким экзерсисам прибегают практически все экономики это нормально, это нормально. Можно, можно сказать, что а, существует некий общий знаменатель подобных махинаций этому махляжа. Ну, а, будем отталкиваться от а, а, фактических официальных данных, а, будем говорить о том, что ставка рефинансирования, а, ставка, простите, ФРС сегодня 0,025, но при этом мы должны понимать, что кредит под 0,025 в США, вы не получите никогда. Никогда. В Европе под 0,5. Никогда. Да. Давайте спорить на что угодно. Приходите, приходите в любой банк в Европе. Давайте съездим вместе с вами. Я ä, посмеюсь, как вы будете требовать под 0,5. Ну, хорошо, под 1%. Для справки. Э, США по 2012 году средняя ставка коммерческих банков 3,3. Э, э, Греция Греция 7,2%, Испания 8,1%, Италия 6,4%, Китай 6,6%. Угу. Это ставка, средняя ставка коммерческих банков проверенным клиентом. По долгосрочным, э, да, по да, долгосрочным клиентом. Да, да, Благонадежным клиентам. Не просто с улицы. Димура с Корещевским пришли, сделали ООО. Или э, там. Да, 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 какую-то другую организационную структуру и пришли и сказали: отдайте нам под 0,5. Мы сейчас обналичим, в мешке привезем в Россию и будем здесь в полном шоколаде, положив это дело, например, на депозит. А зато так кредитуются хищфонды. 0,5, 0,75. Степан, пусть они кредитуются под те проценты, под которых кредитуются, давайте о нас говорим. Но мы говорим о... Конечно, о, это меня... о реальной экономике. Да, меня всегда, меня всегда поражала заточенность некоторых фондовых финансовых аналитиков на... Uh, и исследования скрупулезные вскрытие того, что происходит на Западе, в американской, европейской, японской, в прочих экономиках. Слушайте, ну какое это имеет отношение, действительно, к экономике, то есть к управлению uh, а хозяйственной, хозяйственной деятельностью человека? Человек, не ВВП во главе экономической теории, и не инфляция, и даже не инвестиции, уж простите меня за uh, бранное слово, человек, человек. Любое правительство работает не для того, чтобы выбор росла, а для того, чтобы люди жили лучше. Как бы высокопарно это ни звучало. Правительство работает, чтобы быть избранным снова. Что отчасти связано с улучшением или ухудшением качества жизни? Мы, конечно, берем умозрительную модель и конструкцию, которая имеет к России весьма и весьма косвенное отношение. Тем не менее, тем не менее если вы а, работаете так, что благосостояние населения ухудшается, они просто не выберут вас в следующий раз. Или выберут а, аналог ваш из другого лагеря. Мы снова в эфире, программа Парадокс. У нас в гостях Никита Кричевский, профессор, председатель экспертного совета Опоры России. Я бы даже сказал, главный научный сотрудник Института экономики РАН. Здесь не написано, что ж, ну какой-то ну вы плохо готовитесь к эфиру. Что это я могу вам сказать? не моя ошибка, это ошибка редактора. Я его поставлю на... Надо поставить его да, на, на, вид, на Я вид. бы даже сказал поставить его на часть оклада, либо премиальных выплат. К пятилетию Финама ФМ. с что которым там? я вас заранее поздравляю. Что там было второе? По поводу премиальных выплат? Да, а вот это. Да. Такая странная вещь. После эфира расскажу. Хорошо. Ну а если вот, э, возвратиться, вернуться к нашей теме, ну... Э, Давайте, где... где, где Степан, вот смотри, вопрос. Да, да, Можете, да, вопрос извините, задам. Смотри. А, где да. ЦБ занимается проблемами экономики в мире, хотя бы одну страну? Можно назвать? Это не функция Центрального банка. Это не функция Центрального банка, это функция государственных финансов АЦБ. Любой центральный банк, неважно как он называется не может быть государственная организация по определению не может не может частная не частная общественная не общественная не государственная потому что как только вы а, придаете центральному банку государственный статус он тут же начинает работать а, в угоду сиюминутным интересам того или иного правительства вот и все ну, а так он работает в угоду мировому правительству, качает бабки. Степан, не читайте всякую бредятину в интернете. Ну, почему? Вы потом ну, это а, же так оно и есть. преподносите нашим слушателям это как истину. Ну, это же так и есть. Ну, смотрите, вы, смотрите, вы скажем, правительство США. Не уходите! Мы здесь, мы в России. Хорошо. Что вы все о США, Степан? Ну, как конкретный пример. Фрест. Я Хорошо, не, Я не понимаю, у нас вроде бы, знаете, пять лет назад было модно ругать США, потому что была официальная установка, что кризис к нам пришел за Америки. Ну, сейчас очень модно ругать США. Сейчас так. еще команды не было, Степан. Как? Не опережать события. Ну, неправда, неправда. Это пока не оплачивается. Послушайте, ко мне приходи приходили представители Кто? Единой России в Госдуме и говорили, Емель что. В... Федоров, конечно, а, что все американские шпионы. Ну, как, как, как не оплачивается? Очень хорошо оплачивается. Ну, возможно, возможно. К вам много ходят людей, э, скажем так, своеобразных. Своеобразных. Не вздумайте сказать сумасшедших. Димур, нас точно выгонят. Ну, хорошо, посмеялись и хватит. Заканчивая вопрос о ставке рефинансирования, я должен сказать, что по моим предположениям, они основаны на информации, непубличной информации из правительства, из администрации президента. Ставка рефинансирования в первой половине июня будет снижена на первом заседании с участием нового председателя ЦБ. Получится не получится, посмотрим. А зачем они будут снижать? Именно чтобы подстегнуть сигнал. Кому... Психология. Кому и о чем? Психология. Смотрите, что происходит. Во-первых, существуют объективные предпосылки, как то снижение процентов платы по привлеченке со стороны Сбербанка ВТБ. То есть говорится обычно, что вот мы сейчас снизим ставку, но упадут и проценты по вкладным депозитам. Крупнейшие банки уже начали снижать. То есть тут выхода нет. И так, и так придется подстраиваться. А с другой стороны, нужно пойти навстречу банковскому сообществу и показать, что мы прислушиваемся, мы, мы вместе с вами ВКонтакте. И, наконец, в наконец-то, третьих, это тоже очень важно, если не главная а, причина, почему она будет, сниз... э, будет снизана, снижена, снежно, простите, продемонстрировать продемонстрировать экспертному так называемому сообществу, а проще говоря, всем нам, что ставка рефинансирования действительно не оказывает никакого воздействия на стоимость кредита. Ну хорошо, а что тогда оказывает? Вот смотри, я а... все время слышу, все время я все время слышу, что... Стране нужны дешевые кредиты, причем длинные кредиты, чтобы бизнес мог развиваться. Но если посмотреть на цифры, ну, там, под 18, 15, 20 процентов, там, трех-пятилетний кредит для бизнеса, ну, ну, многовато, когда, скажем, за нет, рубежом. Нет, нет, Степан Анатольевич, это, чуть это, меньше. Подожди, это подожди, не подожди, я еще не закончил. Поэтому нужно, чтобы ставки постоянно снижались, да. и вот снижение ставок и дешевые кредиты моментально подстегнут экономическое развитие страны. Как ты относишься к такой теории? Или подходу, точки зрения? Несколько тезисов в ответ. Первый. Раз уж мы упомянули название некоторых банков, я должен сказать, что по итогам прошлого года, не знаю, отчетность Сбербанка пока не видел, но по отчетности ВТБ за прошлый год банк получил 90 с лишним миллиардов прибыли. Это в условиях спада проблем с ликвидностью и очевидных недоработок со стороны Центробанка, как сегодня считается, опять же, в экспертном сообществе. 90 с лишним миллиардов прибыли. Госбанк. Посмотрите, что он сделал в ходе СПО за акции ВТБ буквально дрались. крупнейший э, инвестиционный фонд, суверенный инвестиционный но фонд перед, Global. Перед этим мы хорошо пустили эти акции. Да, да, да. Был значительный дисконт, был дисконт. Но не ВТБ определяет ставку дисконта, а специально приглашенная организация, оценщики, оценщики. В любом случае то, что они сделали, показывает, что э, даже в российской финансовой системе и даже в условиях о недостатке ликвидности и общего спада в экономике, можно работать. И работать прибыльно, эффективно. Вот что происходило. А в отношении... Ну, а... конечно, можно. Слушай, если ты закладываешься на такие проценты, то, естественно, можно. А если ты эффективно работаешь а, с тем же Центробанком, если ты предлагаешь новые финансовые продукты, чем а, в последние Новые годы. финансовые продукты для реального сектора? А нет, например, а, ВТБ активно работать по залоговым аукционам с тем же банком России. Ну, давайте отойдем в сторону, а то сейчас нам скажут, что не реклама. Смотрите по поводу средних ставок средних ставок по а, кредитам. А, средние ставки по кредитам, согласно данным ЦБ, опять же, в этом году составляют а, плюс-минус 10,5% годовых. Есть 15, есть 18%. А для годовых. кого такие ставки? А там берется средневзвешенная ставка в зависимости от объемов кредитования. То есть получается монстры, которые берут дешево, э, составляют основную массу, а малый и средний бизнес получает э -э, чуть повыше. Давайте так, если вы считаете, что на Западе, как нам, например, э, говорит э, господин Дерипаска, который несколько месяцев назад заявил о том, что Центробанк высасывает э, все соки из экономики, а, ну, давайте берите там Но там не дают Почему не дают? Потому что закредитованы Потому что все заложено, перезаложено А здесь этот вопрос решить Проблем особых нет Дальше Господин Дерипаски, еще, еще одна проблема Ему закладывать просто больше нечего Так я говорю, все заложено, перезаложено а, По поводу малого бизнеса а, по, Опять же, расхожая клюква Потому что, ну, выйдите на улицу Посмотрите на баннера. Тут же Сбербанк, и здесь э, мои три копейки тоже есть. Э, в лице вице-президента Сергея Ренатовича Борисова, бывшего президента опоры России, э, который сейчас работает вице-президентом Сбера, за последние годы. Э, в сотрудничестве с другими а, структурами, подразделениями Сбера, разработали такую обалденную, уж извините за выражение, линейку кредиту для малого бизнеса, что ну, а, об этом еще лет пять назад даже мечтать нельзя было. Чтобы вы могли прийти в Сбер и взять без залога 3 миллиона рублей на развитие, будь ты индивидуальный предприниматель, микропредприниматель или малый бизнесмен, да, проценты, конечно, высокие, но... А какие? Но! Какие? А, обращайтесь в Сбербанк, я не ходячий рекламу. Но! Смотрите, какая история. Нам говорят 15% годовых. А, это значит, делает вывод обыватель, что к конечной цене продукции малого бизнеса нужно приплюсовывать 15%. Это не совсем так. Это совсем mm -hmm. не так, потому что а, те же 3 миллиона в течение года могут сделать не один оборот, а 2, 5, 10 оборотов. И что такое, скажем, полтора процента, которые вы приплюсовываете к конечной цене вашей продукции, если у вас эти деньги крутятся, это же совершенно незначимая величина, которая существенно меньше инфляции. А и Б, она тонет, если структурировать ваши затраты. И это, если продолжать эту линию дальше, это имеет непосредственное отношение к разговору о, например, повышении страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, за которых больше 400 тысяч, если брать чистую убыль, с начала года закрылись, положили свои регистрационные свидетели на стол. Так вот, я вам ответственно заявляю, как экономист-исследователь, что в крупных, средних городах, населенных пунктах. Люди даже при этой э, страховой ставке выходят в плюс, я имею в виду индивидуальных предпринимателей, в первый год работы. В железный плюс. У кого проблемы, так это у тех, кто работает в малых населенных пунктах. Там 10 тысяч, 20 тысяч человек, и кто физически не имеет возможности э, например, заниматься какими-то масштабными э, бизнес-проектами. То есть это э, ремонт бытовой аппаратуры, ну, фотоуслуги, пекарня. Если брать, к примеру, поселок городского типа Воронежской области, да, там же не все могут позволить себе печь хлеб в деревенской печи. Тем не менее, а, это, а, опять же, кем-то специально усиленно педалируемая тема. Я не исключаю, что А это пятая колонна в правительстве. Пятая колонна. То, -то, то есть это скрытая оппозиция. Никит, которые говорят, Никит, что Никит, у вас неправильная политика. Никит. И Б, я так понимаю, что это люди, которые хотят у нас пропиариться. на Телефон в звонок давно висит, давай возьмем, а потом пропят да, колонкой. Добрый приклад, день. Давайте. Алло. Вот я хотел такой вопрос задать. Вот вы знаете, я вот на самом деле не согласен да, с тем тезисом, что а, у нас, вот, допустим, а, высокая инфляция, и по этой причине у нас высокие ставки, так сказать, по кредитам и высокая ставка рефинансирования. Просто смотрите, вот если механику посмотреть вот этого всего дела, то есть я считаю, что если, допустим, реальный сектор кредитуется под какие-то проценты, то всегда он будет эти проценты добавлять в стоимость конечных продукций. И, соответственно, цена будет увеличиваться. Где вы были, то есть... когда мы только что об этом говорили? Да, я слушал вас, на самом деле. Я вам говорил вот. о том, что это не один оборот, а 5-10 оборотов. А вот, а я вам хотел на эту вот тоже такую вещь привести. Когда вы а, у вас происходит оборот денежной массы, да, то есть мы наращиваем объем продукты, объем денежной массы не увеличивается. Так. Но я, я вам хочу э, просто такой пример, знаете, житейский, что ли, привести. Вот если, например, э, сузить экономику нашу большую, допустим, до трех человек, вот, например, вы там двое в студии, если, например, вам дать по 100 рублей сейчас так. Э, в кредит, по 10%, например, в год, вы, например, будете заниматься какой-то деятельностью, например, яблоки выращивать, да. а, допустим, да. Да. Да, 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 и... Вот, и, соответственно, я с вас в конце года прошу а, 20, а, по 10% с каждого человека. Но у вас этих, этих процентных денег нет, и вам приходится опять рефинансироваться. И чем дороже ваш кредит, тем а, вам тяжелее сбыть свою продукцию. Отлично, у вас, отлично. У вас отлично. просто нет этих денег. Понятно, Понятно. если э мы с Димурой такие э сверхуспешные предприниматели, то мы эти 100 рублей просто не возьмем на те же самые яблоки. Зачем? А сколько вам лет? а уже все ушел да, ушел у нас... вот для у тех, нас про пятую кто... колонну вопрос есть. а Степан для тех кто а, не устает повторять а, мантру о реальном секторе я хочу сказать господа хорошие прежде чем вы в следующий раз будете а, рассуждать на своих кухнях в дачных участках а, либо в курилках в офисах почитайте о плане индустриализации и поймите, что без плана индустриализации или модернизации реального сектора экономики никакие кредитные вливания в реальный сектор ни к чему хорошему не приведут. К чему приведут, я вам могу сказать. А. К оттоку капитала. Б. К чрезмерному употреблению, соответственно, к росту инфляции. В. К а, переоценке всех ресурсов, таких как земля, труд и тот же самый капитал реального сектора. Недвижимость. И, само, собой, само собой. Вам будут платить больше заработную плату. Аплодируйте. Но через какое-то время она не то что снизится, а вас просто могут уволить. И наконец-то все это приведет к экономическому спаду. Ну что ж, а мы должны уйти на короткий новостной перерыв. Добрый день, снова программа «Парадокс» в эфире. У нас в гостях Никита Кричевский, рассуждаем мы о нашем Центральном банке, мифах, реальностях. И вот пришел такой интересный вопрос на электронную почту от Андрея Бойко, жителя Нижнего Новгорода. Ага. «Депутат Федоров, писатель Стариков и некоторые другие узнаваемые лица за последние 2-3 года осуществили массовый вброс информации по зависимости ЦБРФ. Ага. Какова, на ваш взгляд, истинная причина их столь активных действий? Заранее благодарю за ответ. Я полагаю, что истинная причина заключается в попытке привлечь к себе внимание, заработать дешевую популярность. Можно продолжить этот ряд. Депутат Федоров, писатель Стариков, есть еще один ЛДПР, Дегтярев, который пару недель назад предложил ограничить, а впоследствии запретить хождение американского Странно, почему он не предложил запретить, закрыть Америку или а, принять законопроект, по которому Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. И а, Степан, пока а, была а, подложечка, пока а, ш, шла реклама а, Финам перед нашим включением, а, когда говорилось не берите кредит под а, фондовые операции, берите у друзей, знакомых. То же самое я хочу сказать в отношении а, малого бизнеса. Потому что а, кредитование, классическое коммерческое кредитование а, малого бизнеса в, в коммерческих банках, в кредитных организациях, всего лишь один из путей получения оборотных средств. Главный путь, это все-таки, согласитесь, оборотные средства. Плюс, если уж а, развивать эту теорию, давайте говорить об опосредованных кредитах. а, Например, о лизинге, когда вам совершенно не обязательно тратить все деньги на основные фонды. Давайте говорить о потребительском кредитовании, когда под вашу продукцию человек может получить потребительский кредит где угодно. В любой подворотне сегодня. Наконец, организованные преступные группировки. Я об этом тоже пишу и говорю неоднократно. Это вообще без всяких документов практически бланковый кредит, правда, с настолько жесткими неформальными условиями, что лучше с этими людьми не связываться. Ну и эта возможность есть. И что поражает? Приходят люди, говорят, вы ничего не понимаете. А Кредит на новое предприятие взять невозможно. Ну то, что возможно, я уже говорил, сходите в Сбербанк. А с другой стороны, смотрите, вы приходите и говорите, я вот хочу замутить что-то такое интересное. А банк говорит, а на каком основании я должен брать на себя ваши риски? Вы потом придете через какое-то время и скажете, ну не получилось, не смогла. То есть. Мои вкладчики ваши риски должны разделить, а вы придете, извинитесь, улыбнетесь и пойдете Нет, ну эти все риски все равно лягут на налогоплательщика по-любому, а, как показала практика. — Я бы сказал, что на налогоплательщика в дальнейшем могут лягут, может лягут, а может и не лягут. А в первую очередь они лягут на тех, кто держит свои деньги в этих банках, которые дали, по сути, невозвратные кредиты. Плюс... Кстати, о налогоплательщиках. Вот здесь хорошая а, получается цепочка, смотрите. Если а, кредит повисает и по 254 положению он уходит в четвертую группу а, безнадежных кредитов, вы должны будете формировать резерв в размере 100%. У -у -у. Значит, на эти 100% у вас, на эту сумму у вас уменьшится прибыль. А следовательно, у уменьшится банка. налог. Налог. И здесь я подтверждаю вашу правоту, Степан. Действительно от этого страдают налогоплательщики. Ну, а все-таки, вот, насколько я понимаю, Никита, ты считаешь, что все эти разговоры вокруг ЦБ э, к, скажем так, индустриализации или развитию экономики вообще никакого отношения не имеют? Ну, или не имеют весьма посредственное отношение, не главное. Что упомянул такую, у тебя была фраза об плане индустриализации. Да. И у меня к тебе сразу возникает вопрос. А, собственно говоря, ну хорошо, предположим, есть прекрасный план индустриализации. Да. А, вот тут бегают люди с импортозамещением, да, с планами, там, что мы можем ВВП разогнать 10-15%, да сколько скажешь, столько разгоним. А у меня к тебе и к ним такой всегда вопрос. И, а, знаете, а, так господа, господа, а простите, а кто этим будет заниматься? Да. И кто станет богаче? Да, да, господа Рутенберге. Гнать и таких всех. людей в А веником. что что делать делать? Смотрите, почему сегодня никто не говорит о том, что а, мировая экономика трансформируется не с пятого на шестой экономический уклад, технологический уклад, как не устает повторять академик Глазев, а, что в высшей степени сомнительно, не на очередной этап промышленной революции и не на... Какую-то другую а, стезию историцизма, как это принято называть. А сегодня происходит более глубинная трансформация. Происходит трансформация с накоплением физического капитала. То есть вот те самые станки, оборудование, машины, здания, сооружения и прочее, а к накоплению капитала знаний, человеческого капитала. Потому что сегодня мы с вами. Уже ведем комфортно жизни. Ну они об этом и говорят примерно. И от того, что у нас будут более, а, скажем, а, а, нанообразные батареи в жилых домах, ну нам не холоднее, не теплее, нам, нас интересует температура. А температуру уже дают. А, они говорят об этом. Они говорят об этом. Что они предлагают сделать для того, чтобы активизировать этот переход в России? Не надо говорить о Сколково. Потому что Сколково это все, что угодно, только не Согласен. инструмент а, реагирования на происходящую в мировой Я экономике трансформации. Пустоград Сколково. Соглашусь. Соглашусь. Там еще есть определение Сколково угу. и так далее. А Сколково не будем говорить. А, каким образом мы сегодня можем говорить о том, что а, мы а, капитал как инструмент, как ресурс? Можем использовать для развития экономики. Только человеческий капитал. То... Нет, я э, о центробанке, о финансовом капитале. Только как э, довесок дополнения к какому-то определенному конкретному проекту, рассчитанному до копейки. До копейки. Не <позвельщие> миллиард туда, миллиард сюда, а до копейки. Согласен, согласен. согласен. Ты издеваешься, согласен. Но <связывая> это и ответственность. Об этом у нас не говорится. Нет, а я поэтому говорю, а собственно, кто все это будет делать? Да. 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 А с чем проблема? Можно. Правительство! Долго... Правительство, Дол... которое у нас по факту нет. Долго нудно рассуждать о роли ЦБ, о каких-то великих планах. Ну слушайте, ну вы получите очередную зимнюю Олимпиаду в субтропиках. Не более того. Нет. Нет, все гораздо прозаичнее. Смотрите. А еще великий Мизос говорил... В трактате о трактате человеческой деятельности, что любая кредитная экспансия Human любая кредитная экспансия, ее, кстати говоря, единица, мне кажется, в России дочитали до конца, она почти 900 страниц. Uh -huh. Любая кредитная экспансия, во-первых, осуществляется за счет одних групп населения в интересах других, а во-вторых, деньги, которые получают коммерческие банки, якобы под реальный сектор, на самом деле уходят на фондовый рынок. На фонду говорит, книжка в девятом году вышла, ребята. Япония. Последние действия правительства Японии яркий, тому пример. Да. А что у нас почему-то должно быть по-другому? Мы должны жестко контролировать а, проход денег. Мы не деньги должны контролировать, а проекты, под которые эти деньги получаются. Только тогда что-то может сдвинуться. Но при этом мы должны понимать, что существует а, некая а, утвержденная стратегия. Это не стратегия 2020. То есть, грубо говоря, ты говоришь о том, что у нас, нам ничего не светит, потому что стратегия у нас никогда не появится, благодаря Почему тем... никогда? а с кем она появится, кто ее разработает, с кем она появится и кто ее будет воплощать в жизнь, скажи мне, пожалуйста. Земля русская богата талантами. Ну, что ты -то вот как-то в последнее время... А, а что причем есть Что касается, а, например, а американских экономических светочей, здесь я должен сказать, что... А эти канорасты а, а, они смешные. А, а, да, они, они а занимаются описанием американских И, об этом успехов. И американская экономика достигла этих успехов вне зависимости ты, от их изыскания. Теперь ты уходишь на американскую экономику от острой темы. А у так нас, вопрос... считаю, экономисты нисколько не нужны. Нет, а вопрос-то не в этом. А при чем здесь экономисты? Ну, хорошо, разработали Экономическую стратегию. Под эту стратегию нужно бабло, и нужно люди, которые будут это бабло осваивать. Как у нас осваивают, мы все прекрасно знаем. Да. А, и Напрашивается тогда вывод или вопрос: а что делать, чтобы так не осваивали? Ведь без этого никуда не двинешься. Вы а, тут мнение, что власть в России должна быть сильной. Она вообще-то для начала власть в любой стране должна быть подотчетной избирателю. Я полагаю, что в России прежде всего власть просто должна быть. Для разнообразия. Просто должна быть. А потом же мы будем разбираться. Подотчетный, автарки, автократия, тоталитаризм, умная, глупая, слабая, сильная. Неважно. Неважно. Она просто должна быть. Сегодня ее по факту нет. Сегодня ее нет. То есть мы обречены. В настоящее время мы плывем. Вот мы, в такой ситуации мы обычны. Мы, мы плывем, вот сегодня мы плывем по течению. По течению. куда вынесет, на рифы или к берегу, кто его знает? Одному Богу ведомо. Пророков не бывает, тем более в экономике. В своем отечестве и не только в своем отечестве не бывает, не бывает. И последний вопрос, как всегда, Степан. А был? А футбол? Нет. В чем хранить сбережения? Ну, а в чем ты хранишь? Чего хранить сбережения? Я должен вам сказать. А рептилоиды не его любят. Не слушайте Димуру никогда, когда он рекомендует вам хранить золото. Потому что сбережения вообще не надо хранить. Они должны работать. И работать их не надо. Они, если работать должны, то должны работать на вас. Только на вас. Что такое сбережение? 8-10 месяцев а, вашего дохода. Потому что это средний срок а, поиска работы, если вас увольняют. В настоящее время. Ну, хорошо, год. Хорошо, год. Хорошо, гробовые. Хорошо, говорю, все знают лучше нас с вами, сколько это на самом деле. Все остальное тратьте на себя, на интеллект, на близких, ну, на знакомых, в себя. на все. Если вам нужны деньги на месяц, два, три, храните в рублях. Кто же против? Тем более, по первому каналу советуют. Если на более долгий срок, а тут уже господин Димур не конкуренция. у меня Золото, есть другое предложение. Слушайте, доллары, конец света, евро. конец света за углом. Возьмите дешевый кредит Сбербанке. В, в рублях. В рублях. В рублях. Потратьте на себя. Да. Конец света за углом. Да. <свят> Потому что я считаю у Димура прекрасной программа если вы ее будете слушать, то вы будете просто настолько подкованы, настолько вы будете подготовлены, потому что мы с Деморой, люди а, уже а, с железобетонной хваткой мы столько пережили вместе с вами, что какой-то очередной кризис для нас, конечно, будет а, новостью. Для ну, кого? Новостью нет. Новостью ну, ну, ну как, новость будет. Все-таки кризис, новость. Но, а, а, для обсуждения... Да, да, не да, догоняем. Тема дня. Тема, тема дня. дня. дня да, да. Но сказать, что он окажет какое-то на нас а, потрясающее нас воздействие, ну уже, наверное, не надо. Ну вот суммы от тюрьмы сами знаете. Ну что ж, на этом у нас Спасибо. все. У нас в гостях был Никита Кричевский. Удачи.